Павел Коньков сформировал свое региональное правительство. Пошел на повышение и стал вице-губернатором Александр Фомин. Он же по-прежнему остается руководителем комплекса развития инфраструктуры. Свое бывшее место руководителя комплекса экономического развития Павел Коньков по-джентльменски отдал Светлане Давлетовой. Соответственно, она стала заместителем председателя правительства. В остальном все осталось без изменений. Сохранилась расстановка Михаила Меня. Руководитель комплекса социальной сферы Ольга Хасбулатова. Руководитель аппарата правительства региона Владимир Калинкин. Руководитель комплекса природных ресурсов и гражданской защиты населения Владимир Герасимчук. Начальник департамента финансов региона Александр Грузнов. Начальник департамента социальной защиты населения Ирина Эрмиш. Начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Дмитриев. Начальник департамента конкурсов и аукционов Владимир Соков. Начальник департамента спорта и туризма Дмитрий Ковалевский. Поясним, что в связи с досрочным сложением полномочий Михаила Меня прежнее правительство было отправлено в отставку. Процесс формирования нового органа исполнительной власти еще не завершен.